Здравствуйте, друзья. Сегодня мы поговорим с Саидом Алмазовым, боксером Московского училища Олимпийского резерва номер один, победителем первенства России среди юниоров 17-18 лет. Саид, добрый день. Здравствуйте. Вот буквально на днях тебе исполнилось 18 лет. Да. Удалось как-то вообще отметить совершеннолетие? Есть немножко. Вот недавно первенство России в Барнауле прошло, да? Непростой турнир и такой серьезный, рейтинговый, все переживали, болели. Расскажи, какой бой был самым сложным? Потому что ведь не всегда бывает именно финальный самым таким трудным. Или все-таки финал есть финал? Финальный был самым сложным, потому что и болезнь повлияла, и соперник был очень хороший. Я с ним встречался на Кубке России в третьем бою, выход за полуфинал. Тоже там самое сложное оказался такой парень, длинные руки, хорошие. А еще повлияло на фоне усталости боксировал. Вот сейчас к концу подходит учебный год, проходит собеседование, ты в нем тоже принял участие недавно. Понятно, что про спортивные результаты здесь сомневаться не приходится. Расскажи, как вообще для тебя оно прошло, что с учебой, потому что, ну, как мы говорили, да, график напряженный и понятно. Со спортом все отлично, а вот с учебой чуть напрягли, сказали, надо потянуть, но это естественно, потому что график, как вы сказали, был забитый целых месяцев пять, я здесь не появлялся. По сборам, по международным турнирам катался. И чуть сложновато было, баллы низкие были. Но чуть сейчас подтянули, сдали, что там осталось, и закрыли все. Сейчас приемная кампания начинается, да, в училище, и много звонков поступает от родителей, от ребят, и для многих интересно, конечно, как спортсмены здесь живут. Вот расскажи про свой график не во время сборов, не на соревнованиях, а когда именно вот здесь ты находишься в училище. График в 7 утра у нас зарядка, 8:00 у нас завтрак. И все, начинается наш трудовой день, как сказать, с 9 до 11 тренировка, с 12 до 5 учеба и с 5 до 7 тренировка. И на оставшееся время ужинаем, там кое-какие дела доделываем, учебу и 10 отбой. Недавно вот в своем инстаграме ты сделал пост такой со словами: «Храбрый может умереть лишь однажды, трус же умирает каждый день». Трусы часто встречаются в жизни вообще? Да. А где, в каких обстоятельствах? На ринге, в учебе, в жизни? Ну, это уже как бы при ситуации получается. Угу. Не могу сказать точно, где. Про первенство России в Барнауле давай поговорим, еще про организацию, атмосферу. То есть можно ли сказать, что это такой самый крупный турнир для тебя, или были уже? Нет, я выступал, это моя четвертая Россия по плану. В 17 году, 18, 19, 20, сейчас. В прошлом году, в 20 году, когда проходила Россия, в феврале месяце в городе Краснодар, в третьем бою меня просто зажали, выход за полуфинал, и как бы не получилось. И также в 19 году с москвичом, с кем я боксировал сейчас во втором бою. И Россия довольно прошла успешно, мы выполнили тот объем, который должен был выявить на бой, сделали ту работу, которую давно делали, готовились к ней. И показали все, что можем. Но есть над чем работать, есть свои ошибки, свои заколючки, как бы Вишин сказал. И надо исправлять. Плотно готовиться на первенство Европы. Первенство Европы в Черногории планируется. Все мы надеемся, что, конечно, вернемся полноценно уже к нормальной жизни, да, несмотря на все эти сложности, которые больше года нас уже преследуют. Вот к нему будет какая-то особенная подготовка? Будете ли, конечно, просматривать боксеров как-то? Потому что это же уже из нескольких стран будут спортсмены. Ну, это уже рассматривают боксеру вопрос к тренерскому штабу. Этим всем они занимаются. А моя цель сейчас просто готовиться усердно,
не покладая рук, и настраиваться на всех. С тренером какие отношения у вас? Как отец и сын. Отличные отношения. Он мне как второй отец. Расскажи, как пришел в бокс? Были ли другие какие-то виды спорта или сразу вот? Нет, да, были другие виды спорта. Борьба, дзюдо, футбол, вот так. И бокс как-то неожиданно отец привел. Уже другого не оставалось выхода. Слишком балованный я был. А сейчас время остается как-то следить за другими видами спорта, за соревнованиями крупными? Ну так, если для себя футбол поиграть, баскетбол, ну такие мелочи, все. Саид, в этом году 50 лет исполняется Московскому училищу Олимпийского резерва номер один. Насколько важно для тебя здесь учиться, заниматься спортом? Какие условия созданы вообще для всего? Созданы все условия для спортсмена, который хочет добиться больших высот, в том плане, что здесь все находится в одном месте. Что учеба, что спорт, проживание, все входит, вас обеспечивает нас. И очень удобно иметь часть под углом. Просто можно спуститься в столовую. Созданы все условия для того, чтобы стать настоящим чемпионом. Саид, спасибо, что нашел время в своем плотном графике. Желаем тебе хорошей подготовки и хороших выступлений на первенстве Европы, чтобы получилось стать мастером спорта международного класса в самом вот скором времени, ну и спасибо. Успехов во всем. Спасибо большое.